Всем приветики. Заказал себе в Китае два таких переходника на Алиэкспрессе. И вот они пришли. Были в почтовом пакете с пупыркой. И внутри был такой вот zip-пакет. Но в нем уже два переходника. Это для разных вариантов USB. То есть можно подключить обычный зарядник такой вот к USB-устройству. Переходнику, вернее. А от USB-переходника уже заряжать, например, телефон. Вот подключаешь, и все. И от такого зарядника. То есть это упрощает. Не нужно никакие провода, ничего. Просто надеваешь сюда переходник, и все. И можешь заряжать телефон не специальным зарядником с USB-шкой, а переходником от любого зарядника. То есть вставляешь на провод с телефона вот этот переходник, а дальше его уже на любой зарядник. Опа, и пошло дело. То есть удобно, надо проверить, кстати. Работает или нет. Да, работает. Да, все работает. Правда, он как-то здесь слабовато, но не крепко держится. Ну, работает более-менее, да. Удобно, удобная штука. Вообще, так просто все выглядит. Круто. И другой переходник. Наоборот. На такое зарядное надевается этот переходник. Он внутри так вот выглядит. А здесь USB-шка. То есть на это зарядное надевается такой переходник. И это зарядное уже становится USB-зарядником. И можно уже заряжать какое-то устройство, которое требует именно USB-подключения. То есть, хопа, и подключаешь к чему-то, что требует USB-подключения. Интересно, с этой стороны. О, показывает. То есть, надо тебе USB-подключение, пожалуйста. То есть, довольно-таки крутые переходнички. То есть, можно хоть им заряжать USB-устройство, подключив вот так. Хоть можно его превратить в USB-зарядник. То есть, если какому-то устройству нужна USB-зарядка именно, вот тебе зарядка. А если какое-то устройство нужно вставить в USB-зарядку, вот тебе такая штука. Ну, в общем, на все случаи, на все варианты. Либо можно сделать вот так. Вставить сюда тестер, USB-тестер с одной стороны. И с другой стороны выход. То есть таким образом получается, что мы подключаем с этой стороны питание, а с этой стороны подключаем устройство, которое будет питаться тоже таким же вот разъемом. И на тестере будем видеть, какой оно берет ток, какое берет напряжение. То есть это USB-тестер для любых устройств получается. Так оно должно, по идее, замерять тестер USB-устройства. Но если ты хочешь проверить не USB-устройство, а любое другое, то как его проверить? Это нужно специальный тестер. А так можно USB-тестер приспособить как тестер для любых устройств. То есть вставляешь такими вот переходниками, и сюда подключаешь какой-нибудь, я не знаю, там, какой-нибудь усилитель, или какой-нибудь плеер, там, или еще что-нибудь, и оно будет показывать. Удобно довольно-таки. Ну, вот в данный момент я подключил лампу-ночник. Получается, это идет питание, сюда входит, проходит через тестер и выходит через провод, через этот стабилизатор напряжения, но на лампу. И в итоге показывает, что лампа берет 5 вольт и 0,32 тока. Ну, то есть удобно, тестер показывает. И лампа в данный момент, ну, что-то там даже светится немножко. Вот. Можно попробовать поставить после этого. Должно быть 3 вольта показывать. Ну, вот подключил. Идет питание, сюда входит. 3,4 понижается. И здесь показывает 3, ну, подгрешность небольшая, 3,5. Но в целом более-менее правильно.
А ток не потребляет, потому что я не подключил. Здесь получается такая штука, нечем особо подключить. Ну, не, у меня есть как бы такая вот штука, но она по размеру не подходит сюда, она не залазит просто, если она просто тоньше. Можно найти, конечно, заморочиться, ну, типа, подсоединить сюда, а дальше просто сюда такую штуку вставить. И такую же штуку найти, сюда вставить, а потом просто проводами соединить. Но искать что-то не особо хочется, суть в том, что оно работает. Ну, уже правильно показывает. 3-4 он. 3-4, 3-4. Хотя прыгает здесь. Вот. Ну, в целом работает. То есть, этим тестером можно реально теперь любое устройство так замерять. Можно, как я уже сказал, зарядник приспособить под что угодно. Либо что-то отсюда заряжать. Либо этим что-то заряжать. То есть под любые варианты. Либо куда-то подсоединить, либо что-то сюда подсоединить. Ну, то есть реально, реально классная штука. Вот эти два переходничка превращаются в такую вот штучку. Удобно довольно-таки. Любые варианты. Только здесь почему-то оно белое, а здесь оно черное. Хотя, по идее, должно быть одного цвета, один же производитель. Вот. Такая вот покупка с такими переходничками. Ну, а на этом все. Всем покедова.